Герман и сайт videogameplay.ru представляют. Итак, всем здорова, с вами Герман, и я вам сейчас покажу турнир. Турнир на лесном озере должен быть турнир. А где он? Что-то его нету. Как узнать вообще, участвую я в турнире или нет? Я вроде записывался. Давайте глянем. Масса лесное озеро принять. Вы уже записаны на этот турнир. Начало турнира в 12:00. Принять. Не знаю, наверное, остается только ловить. Фиг знает, честно. Не знаю, хотел вам в этой серии показать турнир. Но что-то не видно, что идет турнир. Фиг знает. Как узнать вообще, участвую я в турнире или нет. Написано, что я записан уже в турнире. Ну, будем смотреть. Турнир, короче, условия турнира: максимальный вес. Максимальный вес, я даже не знаю. Тут должны еще боты, в принципе, ловить, но что-то их тоже не видно. Вообще какая-то бред какой-то. Странно. В 12:00, ну, все правильно. Лесное озеро. Не пойму вообще, если честно. В 12:00. И ничего больше не пишу, да? Ну тут дат, чисел нету. У меня тут при ремкомплект на 97% меня привлек, поэтому... Наверное, просто ловить надо, мне так кажется. А там поглядим. Хотя, кто его знает, без понятия, если честно. Ну, будем ловить, там глянем. Думаю, что да, надо просто половить. Я же говорю, должны вообще боты, по идее. Ну, в турниры я тут не играл ни разу, поэтому будем пробовать. Не знаю, что получится. Если я что-то неправильно делаю, пишите в комментах. Я не про по этой игре, поэтому пишите. Буду рад услышать какие-то комментарии, какую-то негативную критику. Скажут там: Герман, ты вообще что ли пьяный? Ты что делаешь там? Ты не то нажал, надо было там в 12 ровно нажимать. Фиг знает, я даже не знаю, до скольки турнир идет. Вообще, если турнир как бы... Ой, если квест какой-то на время, то появляется флажочек и написано: квест там такой-то, такой-то, вот до такого-то времени. А у меня вообще ничего. То есть как-то странно. Водоросли 5 килограмм. Должен клюнуть карп или что? Я даже хрен знает. Ну пока еще ничего не клюет. И у меня должна рыба клевать, но пока что нет. И тоже не написано, сколько турнир идет. Странно. Очень странно. И непонятно. Также черный лещ тогда клевал. Вообще, по идее, должен карп клюнуть. Мне советовали тоже карпа ловить, только не помню, здесь ли советовали. Тоже много комментариев было, много что писали, но только запомнишь ли все. Давайте поставим другую блесну, может, с другой блесной будет нормально. Что-то будет попадаться. Какая-нибудь рыбка. В принципе, на 30 килограмм спиннинг. Я не думаю, что попадется какая-то рыба, которая сможет поломать мне спиннинг. Если только не коряга какая-нибудь. О, поклевочка. Надеюсь, не водоросли. Походу, что водоросли, да. Водоросли обидно. Хотя кукуруза должен карп как бы клевать, но его что-то нет. Он спит, походу. А может, в дождь не клюет. Тут тоже как бы свои такие интересные заморочки. Жук есть, икра, картошка. Давайте попробуем на картофель кинуть. Вдруг карпик клюнет. Не уверен, конечно, но возможно все. Возможно, что и клюнет. И тоже банка тушенки. Непонятно, зачем она. Блин, было бы круто, если бы разработчики тоже добавили бы алкоголь. Тоже как в русской рыбалке, тоже опыт. Хотя плагиат, будет видно, что плагиат, как бы, может быть, некоторые не согласятся со мной. Но, по-моему, было бы круто насчет алкоголя.
Или было бы классно, если бы добавили там какие-нибудь бонусы. Там, я не знаю, покупать там или, ну, в магазине там или не покупать. Типа там плюс там x2 к опыту. Но там и так, видите, там пруд можно свой делать. То есть там рыба там будет у вас своя. Там будет тоже опыт давать и все такое. Ну, как бы я пока пруд свой не копал. 2 миллиона стоит выкопать пруд. Это, блин, для меня это вообще огромные деньги. Я 500 тысяч-то еле накопил, и то потратил их на вторую удочку, на которую сейчас у меня стоит. Ой, как вам сказать, поплавочек. Вот у меня на 30 килограмм удочку себе сделал. Потратил неплохо денег, поэтому мне еще придется их отрабатывать. Так что, как бы, это мне чревато выходит. Что-то какой-то грустный турнир у нас с вами вообще. Либо я дурак, либо лыжи не едут, да? Вот поговорка такая есть. Либо я дурак, либо лыжи не едут. Что-то одно из двух. Вот, что-то клюнуло на картошку. Говно какое-то клюнуло. Ну и на воблер тоже что-то не идет никак. Ничего. Давайте выйдем опять глянем. Так, надо, кстати, Wi-Fi отключить. Так, давайте посмотрим. Вообще, как бы, ноль. Ноль. Не видно ни флажка, ничего. Вообще, как принять, да? Вы уже записаны. Лесная река, количество, отказаться. Фиг знает, отказаться. Вы покинули турнир. Принять. Вы записались на турнир. Странно. А как же ж тогда? Масса на локации, необходимо поймать любых рыб с максимальной суммарной массой. Начало турнира в 12.00. Когда его конец тоже не написано, либо до 24.00. Непонятно, да? Вообще ничего не понятно. Ладно, печаль. Половим, пойдем канального сомика. Кстати, тут могу вам показать. Я показывал, не показывал. Делаем глубину 70. Даже можно 75 сделать. 75. Неплохая глубина. И давайте сейчас кинем на кузнечика. Сейчас вам покажу. Вот кузнечик. Кидаем где-то вот здесь. Вот так вот. И смотрим, будет ловиться сейчас рыба. Вот уже первый канальный сомик клюет. Уже все отлично. Обожаю вообще рыбхоз. Вот как-то в русской рыбалке не такая локация, которую стоит любить, рыбхоз. Как бы дорогая, но толку-то от нее вообще ноль. Кроме как на Сиамского принца в турнире поиграть, где можно неплохие снасти там получить, там катушки и все такое. Удочка изношена. Вот и все. Надо уже покупать новую удочку. Это уже пришло кранты этой удочки. Обидно. Довольно-таки обидно. Давайте купим новую. Кстати, глянуть над инвентарь. Что на себя? Не. Сокол. Это что у нас? Леска. Леска никак не изнашивается, кроме как если рвется. Поэтому тут париться не надо. Катушка еще нормальная. Вот удочку придется покупать. А это, как вы знаете, бомбанет по карману на 15 рублей. Ну, это, в принципе, где-то 20 рыб. 20 рыб покупит эту удочку. Ну, пока что мы еще ничего с вами не ловили, чтобы 20 рыб эти заработать. Так, все. Закидываем.